Садо пасо симандитаманужкавайпранитам. Садо пасо симандитаманужкавайпранитам. Савакти бью судьям, нижаваджанамудрам падисам. Сачайтанья кингме, унорапидисварьяспатипадам. Сисила Бхакти Сидданта. Сисила Бхакти Сидданта. Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что Гаур-лила — это полное объяснение Кришна-лилы. Сила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что Гаур-лила — это полное объяснение Кришна-лилы. Когда в Двапар-югу Бхагаван Шри Кришна явился, большинство людей, они неправильно поняли его. Они не поняли должным образом Бхагавана Шри Кришна. Почему? Поскольку, смотрите, Кришна — это Верховный Господь. Но никто не может понять, что Он — Верховный Господь. Все для Него. Я вчера говорил об этом. Все окончания Все ведет к Бхагавану Шри Кришне. И в то же самое время мы можем видеть, что Кришна, Он наслаждается очень много и всем. Вот есть шесть видов достояния, которые имеет Кришна. Это автоматический фактор. Шесть видов достояния находится в нем. И отречение тоже находится в нем, но никто не может понять. Не только мы можем только видеть, что Кришна наслаждается, что плохого, если мы тоже наслаждаемся. И вот Бхагаван Шри Кришна, Он хочет прояснить это, но никто не может понять. Поскольку Кришна совершает Расалилу и прочие лилы, и в то же самое Кришна говорит нам, что мы должны развивать непривязанность, отречение. Это наставление Шри Кришны, чтобы мы развили непривязанность в нашем сердце. Это очень тяжело понять. И когда Бхагаван Шри Кришна находился в Двараке, я думаю, вы уже слышали. Бхагаван Шри Кришна, Он плакал ночью. Рукмини спросила, почему ты плачешь? Так много наслаждений здесь. Мы здесь, чтобы служить тебе всегда. Нет никакого недостатка. Разве что-то тебе не хватает? Почему ты плачешь? Я плачу о Вриндаване. Я хочу отправиться назад во Вриндаван. Но на самом деле Кришна, Он всегда там присутствует. Я хочу быть во Вриндаване для тех враджаваси. Два дня назад я сказал, и вот в Дваракалиле, когда Бхагаван Шри Кришна был в Двараке, там очень много богатства, очень много роскоши. Но все же Шри Кришна ночью Он плакал. Рукмини спрашивала, почему же ты плачешь? И Бхагаван Шри Кришна отвечал, я хочу отправиться назад во Вриндаван, я плачу о Вриндаване. Те, кто враджаваси, у них есть огромная любовь ко мне. Я не могу им отплатить должное. И в Гите Бхагаван Шри Кришна
уже говорит нам. Бхагаван, there is one standing commitment by Bhagavan Sri Krishna. Есть решение Шри Кришны. Дейятхамам пропаданте танстатхива баджамьяхам. Those who are doing bhajan for me, те, кто совершает баджан мне, I can also pay them accordingly. Я хочу им отплатить должным образом. Я хочу им отплатить, поскольку они совершают баджан. But those Vrajavasi, they don't want. Те Vrajavasi, они не хотят ничего. Those Vrajavasis, they never want. Те Vrajavasi, они не хотят ничего взамен. That is why Bhagavan Sri Krishna. И поэтому Бхагаван Шри Кришна, он вынужден продать самого себя им. Because nothing there. Поскольку у него ничего нету. Nothing there to pay. Чтобы отплатить им. That is why Bhagavan Sri Krishna pay himself. И поэтому Бхагаван Шри Кришна отдает самого себя им. В Раджаваси, я вот два дня назад говорил, чтобы служить в Раджаваси, это наша наивысшая цель. Служить в Раджаваси, это наша наивысшая цель. Что это значит? Я раньше говорил об этом. Krishna gone to Mathura. Кришна уехал в Матхуру. They feel pain and heart. Они чувствуют. They are feeling pain. Боль в сердце, поскольку Кришна уехал, они чувствуют разлуку. The way of love is very twisted, very complicated. Путь любви очень зигзагообразный, очень запутанный. The way of love is very intricate and complicated. Любви очень запутанный, подобный змея. Sometimes when is saying no. Иногда, когда Кришна говорит нет, я не хочу, это значит да. Follow me. Понимаете? When you say Radharani speaking no. Вот, например, когда Радхарани говорит нет, yes. Это значит также да. Это очень тяжело понять. Because way of love is very, поскольку их любовь очень запутанная. Я вот приводил пример Джагадананды Пандита, который принес аюрведическое масло для Махапрабху. Махапрабху отказался от этого масла, и он расстроился, разбил эту бутылку с маслом. И вот этот путь любви, он подобен зигзаобразному пути змеи. И вот Бхагаван Шри Кришна плачет в Двараке. Он хочет отправиться назад во Вриндаван. И Джива Госвамипад, Рупа Госвамипад, они все сказали, говорят о том, что Кришна никогда не уходит из Вриндавана. Он всегда находится там. Но так или иначе, чтобы испытать любовь в Раджаваси, внешне он хочет быть далеко от них. Но это внешне, а на самом деле он всегда присутствует во Вриндаване. Он всегда находится во Вриндаване, хотя они чувствуют боль разлуки. И Кришна хочет проверить их. У Кришны есть такая привычка, он всегда помещает нас в какие-то сложные ситуации, чтобы мы молились ему, вспоминали о нем. И это привычка Кришны. Now I like to give you вот one example. Сейчас I я хочу привести вам now пример, main point, краткий пример, поскольку сейчас главная тема у нас это явление Рагануга Баджан и учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Это сегодняшняя тема. Now point is there, и вот сейчас nobody could understand the mood of Krishna. О том, что никто не может понять настроение Шри Кришны, поскольку Кришна говорит в Гите, что нужно развивать непривязанность. А люди видят, что Кришна не выглядит отреченным. Я привожу один пример. Однажды те гопи, они хотели перейти на другую сторону Ямуны, поскольку Дурваса Муни пришел туда. Там Шрила Наран Госвами Махарадж построил храм. И вот те враджа-гопи, они решили пойти к Дурвасе и совершить какое-то служение ему, чтобы он их благословил. We like to go.
Но река она полноводная, и нету никакой лодки, чтобы перейти. И они спрашивают Кришну: «О Кришна, мы хотим отправиться на тот берег реки, чтобы служить Дурвасе Муни. Как же нам пройти? Тут река, полноводная река, и нету лодки, чтобы переплыть. И нас много, тем более. И как мы можем пересечь?» Бхагаван Шри Кришна сказал: «Вы можете подойти к Ямуне и попросить у нее: о Ямуна, если Кришна, он полностью соблюдает брахмачарию, то, пожалуйста, расступись и дай нам пройти через тебя». Вот, они смеются: «Ты брахмачари? Почему? Ну почему не пойдете, не спросите у Ямуны?» И вот они пошли к Ямуне и говорят: «О Ямуна, мы хотим перейти через тебя, чтобы служить Дурвасе Муни. Если Кришна полностью брахмачари, то, пожалуйста, расступись и дай нам пройти». И Ямуна сразу же расступилась, и они прошли сквозь Ямуну. И вот они были очень удивлены. И вот они так прошли, они служили Дурвасе Муни. Он был, они накормили его как следует. Он, Дурвасе Муни, он был подобен Агасте Муни, который выпил из 7 океанов. И вот Дурвасе Муни, вот сейчас спрашивает: еще что-то есть? В общем, все съел, и они начали кланяться Дурвасе Муни, и Дурвасе Муни благословил их. И после этого они попросили Дурвасе Муни: «О Муни, мы хотим пересечь эту реку. Можете ли нам помочь, поскольку нет лодки, как переплыть Ямуну там?» Дурваса сказал: «Хорошо, вы можете подойти к Ямуне и спросить у нее. Если Дурваса Муни ничего не съел, то, что мы предложили, то проступись, пожалуйста». И вот мы удивились, как мы тебя кормили, тот: «Ну хорошо, идите, спросите». И вот они пошли к Ямуне, подошли к нее и говорят: «О Ямуна, если Дурваса ничего не ел, он постился, то проступись». Дурваса, Дурваса на санскрите, значит дурва. Дурва значит трава. Есть такая особая трава, которая используется для поклонения. Когда наши все старшие благословляют нас, асани из этой травы. Не берут и кидают на знак благословения. То есть это такое научное значение этой травы. И вот, ну, это другая тема. И вот Дурваса значит тот, кто живет на этой траве. Ест буквально эту траву только. И гопи говорят: как мы можем врать перед Ямуной? Мы тебя так, сука, кормили. Ну, и все-таки они спросили у Ямуны, что если Дурваса Муни ничего не ел, то расступись. И Ямуна расступилась. Они не поняли, что случилось, ну и прошли через Ямуну. И вот таким образом, смотрите, Кришна много раз хочет доказать, что я полная отреченность от этого материального мира, полная непривязанность. Даже когда Кришна писал письмо через Удаву в Удав Сандеше, то там тоже Кришна пишет, что у меня нет никакой привязанности здесь. На самом деле мой ум, он там во Вриндаване. Но что делать? У меня есть какие-то обязанности в этом мире. И поэтому я нахожусь здесь, поверьте мне. Но очень скоро я приду. Ждите и увидите. И вот Кришна
пишет это письмо в Раджа Гопи через Удава. И вот много людей спрашивают, ну это не преданные материалисты, вот, относительно Раса Лилы и прочего, они не могут понять. Кришна женился сколько? Кришна Мэри? How many? Сколько раз? 16,000. Now, come on, how possible he is maintaining Brahmacharya? И как возможно, что он соблюдает Брахмачарью, хотя в Бхагавате там написано. Перед Расалилой говорится, что Кришна это камджаи. Нету вожделения, никакого, никакой привязанности не может затронуть Кришну. Я очень извиняюсь. Что те ачарьи, которые мистер Расататва, они должны объяснить это должным образом. И вот ничто не может затронуть Кришну. Кришна, ничто не затрагивает его. Даже двараки, такие прекрасные жены, Рукмини, Сатьябама. They are looking this way, so that even one side Krishna can fall down. But they cannot do anything to Krishna. Any no. There's no harm. Из-за взгляда Кришна может как бы упасть, но Кришна ничто не может сделать Кришне. Бхава катакшай. Катакшай мане душья. I spoke once. Бенум карат нипатитам скалитам секаньям врастам тапитавасанам враджарад суну. Браджарад суну. Джасайко катакша сарагат вимурчитасья. Мани Радхарани looking at Krishna. Радхарани посмотрит на Кришну, Кришна. All his flute. Волнение. То есть его даже флейта падает из его рук, из его одежда. Она тоже развязывается. То есть такая ситуация. So now this Krishna и вот speaking, этот Кришна говорит во всей вселенной, во всех вселенных, нет ничего, что могло бы привлечь меня, кроме Радхарани. Поскольку Кришна, он нишкинчан, как это, то есть он владеет всеми вселенными, всеми мирами, как же он. И вот в Двараке Рукмини и Кришна говорят между собой, Кришна говорит Рукмини, о Рукмини, поверь мне, Aham нишкинчан, нишкинчан джанайр прия. Я сам не привязан, отречен, и те, кто нишкинчаны, они любят меня. You niskinchan? Ты, yes. Ты не привязанный, да. How we can believe? Как можно поверить в это? Not possible. Это невозможно. Кришна Бхагаван Бхагаван говорит, only property I have, единственное, что у меня есть, это Радхарани. And Radharani niskinchan? Why? Radharani say I have no property except говорит, что у меня тоже ничего нет, кроме моего Шьямасундара. Niskinchan, what do you mean by niskinchan? Что значит нишкинчан? Niskinchan means? Нишкинчан значит the only one thing on which you can depend. То есть это только одно, от чего мы можем зависеть. У нас нет ничего, ну, кроме nothing, этого, nothing is there. На что мы могли бы полагаться. You can depend. We have so many property in bank here. Много собственности. If there is feminine, we have a lot of money in bank. Какие-то проблемы мы можем сами себя поддержать, но те, кто нишкинчан, они не заботятся об этом. И поэтому they can love Krishna, they can они могут любить Кришну и получить Кришну. Я уже говорил об этом, что Кунти Деви три дня назад вот в этой шлоке говорится, что ты можешь быть достигнут, завоеван только нишкинчанами. И вот Кришна Бхагаван говорит Рукмини, но никто не может поверить в это. Кто может поверить словам Кришны? И поэтому Бхагаван Шри Кришна думает,
хорошо, они не могут поверить мне. Они пытаются подражать мне. Пытаются спорить со мной. Я изменю мой цвет. Я изменю мое настроение. И не зайду в этот материальный мир, и поэтому в эту особую кали-югу. Почему? Потому что после того, как Кришна ушел, Кришна вернулся в свою вечную обитель, и после этого является, приходит та кали-юга, в которой является сам Кришна. 27-я. 14 ману меняется. 14 манвантар. In between seventh manvantar is there. В седьмую манвантару. And this seventh manvantar specially. Особая седьмая манвантара. В 27-ю чатурюгу. Так много чатурюг. There is so many чатурюга. 27th Chaturyuga, especially when 27th cycle ends, after that time, when that Kali-Yuga кончается, эта Кали-Юга приходит. Just previously that, ну, а перед этим два Пар-Юга, ну, буквально недавно Кришна является. Only then Krishna can come, and immediately after Krishna gone, Krishna take decision to incarnate в этот, в дом, because everybody likes to fight with Govahari. You cannot understand. Не все могут понять это. Like подобно тому, когда Бхагаван Шри Кришна в Гора-лиле, он плакал и говорил: «О Гопи, о Гопи». One student came. Пришел какой-то ученик и говорит: почему ты повторяешь Гопи, Гопи, какое благо от этого получишь? Лучше повторяй Кришна, Кришна. И Кришна. Гаурангамапу взял палку и побил его. Foolish. Он глупец. They couldn't understand the mood of не смог понять настроение чувства Говахари, поскольку это было первое, первое проявление Радабавы, Гопи Бавы, но далеко не все смогли осознать это. Now point is that Krishna giving so many advice, Кришна дает нам так много наставлений в Махабхарате, в Гите и прочих. В Бхагаватам, Вишну Пуране и прочих писаниях мы можем найти особый совет, данный Кришне. Даже во время Раса-Яги Шишупал начал спорить насчет этого, почему мы должны поклоняться Кришне, почему? Krishna is coming from a coward family. Кришна, он происходит из семьи этих молочников, пастухов. Почему мы должны поклоняться Кришне? Есть такие великие личности, великие мудрецы, муни-риши. Почему мы должны поклоняться Кришне? И тогда Шишупал был очень недоволен, начал спорить. Сахадев. И Сахадев, младший брат, посоветовал, если мы будем поклоняться вообще кому-то, вначале всего мы Кришне должны поклоняться. Почему? И Шишупал был недоволен. Шишупал начал оскорблять Кришну, говорить грубые слова в его адрес. Кришна уже обещал. That after 108 aparad, Кришна пообещал, что после 108 оскорбления я finish. Убью его. 108 aparad. После 108 оскорбления, вот конкретный день 108 оскорбления, он совершил, и Кришна приказал Сударшан Чакре, чтобы она убила его. Miracle, но случилось one чудо. Drop of blood was not there. Ни капли крови не было. Когда ему отрезали голову, поскольку если капля крови упадет на это место, где Ягью совершает, все испортит. Но подобное Экадыше.
slight blood coming out, then your breath is finished. Nobody knows, those are foolish person. Ну, мы режемся как-то, и кровь вытекает, то кадыши врата нарушается, so, понимаете? И вот чудо случилось. Order will. Кришна приказал своей Судашан чакре отрезать ему голову, но ни капли крови не вышло из тела Шишупала. Now, point is и вот суть в том, что Шишупал, все демоны, все ракшасы, они не могут понять. Understand Bhagavan Sri Krishna. Есть две группы. Categorically, basically, there is two groups. Two group. What do you mean? Krishna bhakta bhavet daivo asurahastad viparyaya. Follow. There is mainly two groups. Есть две группы. One group they can understand Krishna, obey Krishna. Те, кто понимают Кришну, следуют ему. И вторая, которая не понимает Кришну. Follow. Утверждаю, что его там нет, но он не прав и прочее, прочее. Первые те, кто следует Кришне, а вторые возмущаются. Кто такой, зачем поклоняться ему, наслаждается постоянно. И вот мы возвращаемся к одной шлоке из Расалилы. Перед этим нужно прояснить нечто. Слушайте внимательно. Очень важное. Парикшит Махарадж. Вы думаете, Парикшит Махарадж, у него было достоинство, но он мог слушать Расалилу? Вы думаете так? Я уже сказал, хотя он Парамахамса. Он уже, ну, почти Парамахамса. Есть категория Парамахамс. Но Парикшит Махарадж in Bhagavatam, в Бхагаватам можно найти в трех или четырех местах, по крайней мере, в четырех местах, в четырех разных местах в Бхагаватам мы находим ответ. What? Какой ответ? Что Парикшит Махабхагавата. Махабхагавата значит Парамахамса. Ну, это один из признаков. И смотрите. Парикшит Махарадж. Но Парикшит Махарадж, вы думаете, он достоин, чтобы слушать Расалилу? Вы думаете так? No. Нет. No. Нет, это не так. Парикшит Махарадж, он саддан сиддха. Это хорошо. Но Парикшит Махарадж не достоин, чтобы слушать Расалилу. Прохлад Махарадж тоже не достоин, чтобы слушать Расалилу. Но это другая категория. И как мы? How we find that in находим, Bhagavatam, что в Бхагаватам Парикшит Махарадж слушает Бхагаватам и Расалилу тоже. Единственная причина за всем этим о том, что Парамхамса Ачарья, Расика Ачарья, Шукадев Госвами даровал эту силу Парикшит Махараджу. Я благословляю тебе, я даю тебе эту способность. Parikshit, the name, how came? Parikshit, как его имя произошло? Parikshit значит испытанный. Parikshit means already tested and approved. Он уже проверенный и одобренный, поэтому его имя Parikshit. Tested. It can qualify for Harikatha. И он достоин слушать Харикатху. Харикатха это одно, а Расалила это другое. И Шукадев Госвами вложил в него особую силу. Parikshit Махараджа. Now Parikshit Maharaj. But before that, Sukhdev Goswami tested him. Но перед этим Шукадев Госвами он проверил его. О, king, maybe you are thirsty. Может быть, голоден. Maybe you are hungry, but for a long time you are hearing Harikatha until uninterrupted way. Better you go and take rest and take prasadam, water, отдохни, поешь, попей и... You try to retire. Отдохни немножко. Retiring room. Иди в свою комнату, отдохни. Парикшит Махарадж said, no. Парикшит Махарадж сказал, нет. I am not thirsty. Я не голоден. I am not hungry. You are not hungry? Как не голоден? Pibandam tan mukham bhaja harikathamritam. I am drinking the nectar coming out of your нектар, lotus исходящий mouth. Из твоих How you лотосных can expect уст. I am thirsty? Как ты можешь думать, что я голоден или жажда меня мучает? Please, don't пожалуйста, deceive me. Не пытайся меня обмануть. First of all,
Сукадев Госвами сказал, Кришна doing Браджалила, after that Krishna going to Mathura, after that there's some duty performed by Krishna, then after that going to Dwarka, marry, потом он женился, so many wives, много жен у него, и после этого Кришналила over? Кончилось Кришналила? No, нет, не кончилось. Не пытайся, не пытайся меня обмануть. No, please speak. Обмануть, продолжай. Don't try to deceive me, Gurudev. I am sitting here Gurudev, to get that picture, special lila of Krishna. Не пытайся меня обмануть. Я пришел сюда, чтобы слушать Кришну, поэтому продолжай. И special power понял, что он given to может слушать. Он благословил его, дал ему особую силу. Парикшит Махарадж. Now again I can come back to this Gaurlila. Возвращаемся к Гаурлиле, чтобы доказать. If you are not qualified to hear Rasalila, you cannot be given Rasalila because Gurudev is Antaryami. Гурудев не может вам говорить об этом, поскольку Гурудев он Антарьями. That was why in Bhagavatam it is written. Snigdhasya sishasya gurovo gujham apiyuto. There is говорится no о том, such что нет treasure, никакого скрытого сокровища, которое Гурудев не может дать своему полностью предавшему своему ученику. Гурудев может дать ему абсолютно все. Подобно тому, как смотрите, Мадхавенду Пурипат, он все дал Ишва Пурипаду. И вот я могу привести пример из Гора Лилы. Whole day if I discuss is good. Не знаю, сколько времени займет, но так или иначе. Actually, in Gaurlila на самом деле, I can find, в Гора Лилии мы можем найти in Chandrasekhar Acharya Bhavan, now it is Chaitanya Mat. Chandrasekhar Acharya Bhavan, сейчас это Chaitanya Mat, Адимат. There, Bhagavan, и вот там Бхагаван Шри Кришна took decision to принял dance, решение to dance there in night time in the Sarupa of Lakshmi, там танцевать в форме Махалакшми. But Bhagavan Sri Krishna put one restriction. Bhagavan Be careful. Krishna all this point. Сказал аккуратно. After my death, you can remember what Maharaj told. Scientific example I'm giving. Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu speaking. Chaitanya Mahaprabhu сказал, хорошо, я могу. I'm in some sort of special lila. I can dance. Совершить особую лилу в форме Махалакшми. But those who are not jitendriya, но те, кто не могут контролировать свои чувства, они не не имеют права войти и видеть все это. И какие-то попытки войти без разрешения будут пресечены. И вот они не могут войти. И тогда Адвайта Гасай и все старшие преданные, они сказали, Шивас Пандит, они начали плакать, о Прабху, then maybe we are also not может быть, мы тоже недостойны. Now think about this point. Why I speak so heavily? You think Chaitanya Mahaprabhu? Думайте, подумайте об этом, почему я говорю так жестко. Это не мое решение, это решение Шичитани Махапрабху. Те, кто не могут контролировать свои чувства, они недостойны. Ну, видеть мою лилу. И Адвайта Гасай сказал, хорошо, то мы недостойны, мы не можем войти, о Господь. И тогда Махапрабху засмеялся. Как вы не... 100% you can как? Нет, вы достойны. Because you are поскольку all... вы все big devotee. Великие I mean, преданные. Вы? You all are my heart. Вы все мое сердце. What you are... Speaking. Что вы говорите? This humble attitude это выражение смирения Адвайта Гасая, чтобы научить нас. Адвайта Гасай это ачарья, он лучший из ачарьи. Уддав is the topmost ачарья. Он тоже ачарья. Нитянанда Прабху ачарья, и Нитянанда Прабху тоже ачарья, но он Авадхут, очень тяжело его понять, но. But Nitananda Prabhu Avadhut Siramani. Avadhut. То есть это Нитянанда настроение Нитянанды очень тяжело понять. Нитянанда Прабху, он пообещал всему миру. Я спасу вас всех. Но вы все должны повторять имена Гаура Хари. То есть это его обещание. И вот Нитянанда Прабху сказал,
The total responsibility lying with me. Вся ответственность, чтобы спасти вас, я беру на себя всю ответственность, чтобы спасти вас. Но вы должны повторять святые имена Господа Гаурахари. Пытайтесь купить меня. Повторяйте имена Гаурахари, и вы купите меня. Then after that, и вот после этого Авадхут, он Авадхут, никто не может понять его настроение. И Адвайта Ачарья, он лучший из Ачарьи, Адвайта Ачарья. То есть его как Ачарист, она более ясна нам. То есть вот пять дней назад я сказал шлоку о том, что Бхагаван Шри Кришна говорил Удаве. Гьяноништо бирактова, мадбактова, анапекшакаха, шалинганам асрамам стекта, чарид авидигочараха. Those who are парамхамса, абадхут, парамхамсы, абадхуты, они находятся за пределами любых правил. Вы можете понять, видеть их, но не понять правильно. И поэтому, когда кто-то спросил у Шрилы Прабхупады благословения, чтобы пойти получить даршан вамшидас Бабджи Махараджа, то Шрила Прабхупада сказал: нет, не надо. Почему? Мы хотим получить его благословение. Нет, не надо. Вы не поймете его настроение. Вы можете неправильно подумать и упасть. То есть вы можете увидеть какие-то действия, то есть говорится о том, что логическое понимание, оно не может стоять на пути к абсолютной истине. То есть можно подумать, что он делает что-то неправильно, что он непреданный, таким образом совершает оскорбление. И вот поэтому Адвайта Гасай, Нитянанда Прабху, они все приняли решение не идти, не видеть, то есть не смотреть на ту лилу, которая является Махапрабху в форме Махалакшми. Они подумали о себе, что они недостойны. И Махапрабху сказал им, что нет, вы достойны. Such a personality who don't have any capacity to see that kind of lila. То есть если кто-то достойный видеть эту лилу в форме Махалакшми, она очень прекрасна. То есть я могу дать им силу, с помощью которой никакого вожделения не явится в их сердце. Это моя особая милость на них. Они могут войти и видеть эту лилу. Но никакое вожделение, никакое осквернение не возникнет в вашем сердце. Это мое особое благословение вам. И тогда Махапрабху позволил им видеть его, его танец в форме Махалакшми. Есть там 11-е шлока. In front of Parikshit Maharaj, когда начал говорить о Расалиле, и после того, как Расалила практически он закончил, и Парикшит Махарадж он спросил Сукадев Госвами: Аптокама Джадапати хи кратаван бхой джугупситам. Что Кришна, он полностью удовлетворен в себе. Почему он танцует с женами других людей? Обирак, forget. I was speaking. I am speaking over.
да сокатам дхармо сету нам ракша I forget this term actually. So парадаравимаршанам. Парадаравимаршанам with all different wives. То есть вопрос такой, почему же он танцует с женами других людей? Почему Кришна танцует с ними? Почему? So атмакам джадипатихи кратаван вайюгуситам. Krishna is doing offense. То есть это sinful activities. Оскорбление, ну, выглядит как оскорбление, как грех. То есть с точки зрения этикета это не позволяется. И вот Шукадев Госвами объясняет. Giving answer. That in the heart of all что в сердце jivatma, всех дживатм. In the heart of то есть all в сердце jivatma, всех душ. Кришна он присутствует там как параматма. Как параматма. Гопинам татпатинам ча. Гопинам татпатинам ча. Хидаесу, хидаесу. Кришна is sitting there. То есть Кришна присутствует в сердце всех гопи. So it is not sexual activity всех. То есть это для Кришны это не какой-то грех или оскорбление. Бхагаван Шри Кришна ничего грешного не совершает. Для Кришны это нормально, но для обычных людей это дхармо сету нам карта авиракшита. Дхармо сету нам карта авиракшита сокатам пратим сокатам патим ачарат брахман парадарави маршанам. Now I remember. Ну, вспомнил эту штуку. Вот. So many topics I'm thinking, you see. То есть, Мараш много тем параллельно обсуждает, поэтому... So there is no sin problem. So так или иначе, для Кришны это не является каким-то грехом или оскорблением, или вообще чем-то. Но перед тем, как мы сможем войти в Раса-лилу, вы должны получить полную милость Парамахамса Вайшнава, кто уже находится там, в Мадхура-расе, в особой Мадхура-расе, который совершает Рагануга Рупануга Баджан, те, кто уже... That rasa can be transferred, or уже not transferred in у него те, то, given to you. То есть тогда она может перейти к вам. Шрила Бхактивинода Такур говорит, такой told, пример я уже говорил like много раз, clouds, подобно clouds, тому, как два облака, они other, когда соприкасаются друг с другом, то iron, они обмениваются зарядом. Positive and negative charge is there. Free charge in cloud. Then after that, those two clouds, clouds coming in contact with и each вот, other, когда эти облака, они соприкасаются друг с другом, то возникает charge, обмен энергией, они балансируются. Then immediately it happens so. Then boom, one когда sound мы слышим звук, и, ну, гром и молнию. Lightning first, then sound you can hear. Because velocity of light is more faster than sound. Сначала мы видим молнию, а потом звук, поскольку so, звук быстрее example, передвигается. И вот, Шрила Бхактивинода Такур дает такой пример, те, у кого уже есть это чувство, Манджари Бхава, если вы служите им, я вчера уже говорил, два дня назад я начал, и Матхур Бираха Враджаваси to serve them, it is our ultimate goal. Служение в Раджавасе это наша наивысшая цель. Кришна уехал в Матхуру. They are feeling pain, those они who are Bajavasi, чувствуют боль те, кто в Раджавасе. And to serve them, и служить им is our ultimate это наша наивысшая goal. Цель. So you understand? Вы понимаете? This way there is 100% possibility there. Таким образом есть 100% возможность, что можно неправильно понять Кришну относительно Раса-лилы и прочего. About Krishna, about Krishna Chaitanya Lila, о Кришна Чайтанья Лиле, Гоур Лиле, очень тяжело ее that's не why понять. I started with this и point. Поэтому я начал с этой шлоки. Гоур Лила is the complete explanation том, of Гоур Лила это полное объяснение Кришны Лиле. There is no contradiction. То есть нет никаких no противоречий, нет никаких total споров. Полное решение мы можем найти в Гоур Лиле. Почему? Кришна позволяет, вот, позволяет идти и танцевать с женами других людей. И решение дает Махапрабху. You like to get
Madhurasa, если вы хотите получить Мадхурасу, если вы хотите получить право войти в Раса-лилу, even Mahadev даже Махадев Шанкара, was not allowed to enter into Rasa-lila. Ему не было позволено войти в Раса-лилу. After that he is crying. И он Лолита начал плакать. No, Гал, Лолита сказал, нет, иди, пошел вон, не позволим. Без Гопи Бабы никто не может право, получить право войти. И вот Шанкар Бхагаван начал плакать, что я не могу войти. И Кришна позволил ему, но сначала иди в Манасаровар, прими Амавинетам, и ты получишь эту Гопи Бабу. И тогда можно. И Парвати Деви. Helping Mahadev. Она помогла Махадеву. To get the dress of Gopikas. Одеться ему должным образом. Nose ring, earring, cloth sari. Then Mahadev coming. Только тогда, когда Махадев принял другую форму, он тогда смог войти в Расалилу, но не перед этим. Without Gopi Baba. Без Гопи Бабы никто не может войти and в Расалилу. И также одна I очень важная вещь, я еще раз повторю. Ами бина браджо бхав дите наи шакти, браджо прем. I only I can give браджо прем. Только я могу дать враджа прему. Но Нараян Сваруп cannot give браджо. Нараяна Сварупа не. Шинха Сваруп cannot give. Не Нарисимха Сварупа. Рама Сварупа cannot give. Ами бина браджо прем дите наи шакти. Only Krishna can только give Кришна, он может дать нам Враджа Прему, поскольку Джива Госвами Пад уже написал, Krishna, что без Кришны, кто to give prema to those creeper. Creeper mean lata. Without Krishna, who was there? Who give kripa to creeper? Kripa mean lata. Кришна. Премадо. Премадо мы премдата. Кришна это источник всей премы. И Кришна, он дарует ее. Кришна getting entry into Vrindavan forest, touching all Madhavi, Malati, different kind of flower. В лес Вриндаван он прикасался ко всем растениям, ко всем. То есть даже растения не получали такое благословение. И поэтому во время Расалилы, когда Кришна скрылся, эти гопи, они начали плакать день и ночь. Where to get Krishna? Где же without можно Krishna, найти Кришну? Поскольку без Кришны мы все умрем. Instant. Сразу же. Then those gopikas, they are asking эти гопи, они спрашивают Мадхави и Малати, Туласи, о Туласи. I think your mood, I think you already see Krishna going through you this way. Думаю, that's что why ты your mood is very nice. Видела, что Кришна прошел здесь, и мы видим, что у тебя какое-то экстатическое чувство внутри тебя. О, дорогая, о Туласи. I think Krishna going through this place. Мы думаем, что Кришна прошел здесь, поэтому tears rolling down your cheeks. Поэтому мы видим, что слезы катятся из твоих глаз, поэтому думаем, что мы видела его. И, пожалуйста, можешь ли ты сказать нам, где мы можем его увидеть? After that Krishna. И вот после этого Кришна явился. After that Krishna. Now point is there. И вот сейчас суть в том, то что. Ами бина браджа прем дита наи шакти. Krishna already Krishna giving браджа прем. Кришна, он дарует нам Враджа Прему, и также есть ограничения, которые находятся там. There is also restriction. Krishna putting restriction, heavy restriction, not to walk. But what about Chaitanya Lila? I mean, Gaur Lila, when Krishna coming in the form of о Кришна Лила, о Шри Чайтанья Лиле, когда Махапрабху является в форме Гора Хари, в золотом цвете тела, и у него особая милость. Bumper success we can get in your... I can discuss there, I'm going there, Bengal discussion there, there I can discuss. Patra patro vicharanam na kurute na sa param vikshate. Deya 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 vabimorsako na hi na vakala pratiksha prabhu. Shaddo sovanikshana pranamano dhyana dhina durlavam datte bhakti rasam. Са Гуру Мэй Ратихи. Если вот в этой штуке говорится, что только Сри Кришна Чайтанья.
читание лили, Кришна читание лили. He is going to distribute. Анаркита Шарин Чирата Корона Бхатарна Кару Самарпаю Уннато Джалал Расам Хари Савакти Стриям Хари Хит Парадхам Дараддити Кадам Басандивита Сава Хидай Кандар Спорита Васи Сачинандан. Only Си Сачинандан. И только Си Сачинандан Гуранга Махапрабху. Special. Это его особая... So you are so lucky. Особая милость, и мы настолько удачливы. Но будьте очень осторожны. Я хочу одну вещь прояснить. Если очень много лил, даже если я в течение суток буду обсуждать, то не хватит времени. И кто я, чтобы обсуждать Чайтанья Лилу? Это бесконечный океан. Infinity ocean of lila. Бесконечный океан. И вот Вриндаван Дас Тхакур Кришнадаска Вирасида с вами говорит, если Чайтанья Махапрабху является одной лилой, в этой одной лиле мы можем найти бесконечные лилы. И вот с помощью одной лилы Кришна дает нам разные учения. И вот с той шлоки, которую я начал, Дитамана Джакабай Пранитам Савакти Вьо Судьям Нижаваджана Мудрам Падисан. I told you, why Krishna coming in the form of... Почему Кришна явился в форме читания? Why? Почему? Савакти Вьо Судьям Нижаваджана Мудрам Упадисан. What all are the meaning of my lila? I exhibited. Все значение лилы, которую я являю вам, вы знаете о ней? Чтобы объяснить. To explain why I am performing. Почему я? Why? Почему That's я? That's why I'm coming here. Являю ее, и поэтому я явился здесь. Если я буду объяснять. One thing is there to taste the mood of Radharani. То есть первое это чтобы вкусить сладость, вкусить чувство Радхарани. To do sankirtan, I mean to give this sankirtan yoga. Чтобы совершать санкиртан йогу. Это не главная причина его явления. To take get the taste. А чтобы получить. How Radharani feel? How Radharani? Что чувствует Радхарани, ее настроение, ее чувства. Радха Кришна Пранайя Викритир Ладини Шактир Асма Экатмана Упи Деховедам Гатоутоу. Радха Кришна Пранайя Викрити is Викрити. Because while discussion going among Рай Рамананда and Махапрабху, then Рай Рамананда speaking one nice slogan, nice kavita. Naham Ramani, this kind of, I already write in Рай Рамананда Санга. Tuhu bhava peshala, mano bhava peshala, this kind of sundar one writing there. So already, automatically I get Рай Рамананда Санга there. Automatically I am getting inspiration. И вот автоматически. So many things. Sometimes I cannot remember. Excuse me. Not that. This is not that book. This is Krishna speaking. I mean. Вот Кришна говорит. They discuss and Рай Рамананда is speaking. Don't think. Не думайте то, что. Radharani is wife. Радхарани. Radharani is woman. And женщина, а я. Man. Мужчина. So we feel attraction. И мы not чувствуем that. Притяжение друг к другу. Нет, это не так. It's an automatic factor. Это автоматический фактор. Why we feel attraction? Почему мы чувствуем притяжение друг к другу? That reason is very secret. Это причина очень высочайший секрет. Причина этого. That's why I told. И поэтому я сказал. Then when Radha Govinda Milita Tanu, when submerged. Когда Радха Говинда не встречаются, они. Then, объединяются, Radha и Govindo, тогда Радха Говинда может получить Гоу. After that, Gaur и Гоу can manifest as Radharani. Явить себя как Радхарани и One Говинда. Question вопрос исходит из этого. Was put it by Parvati Devi. Parvati Devi спросила in front of his husband, своего мужа, Парамахамса Шрештху, Шанкар Бхагавана. Who is that Gaur? И кто этот Гоу? Then
И тогда Махешвар Шанкар Бхагаван, он ответил. Ян эва Радхика Кришна са эва Гаура Виграха. Джатча Вриндаванам Деви Навадипанча Татсугам. What answer? И какой ответ? It's a Brahma Jaman. I give you example. Ян эва Радхика Кришна. You find Радхика Кришна? Separately? One ladies and one gents? Радхика и Кришна. Отдельно. He is man or woman? Young Eva Radhika Krishna, what you see, is Radhika, Radhika and Krishna. This Radhika and Krishna together is go. Young Eva Radhika Krishna saw Eva. Eva means affirmative. Eva значит, confirmation. Подтверждение, несомненно, Eva. Eva. Harinnam, 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 Eva Kevala. So Eva means confirmation. Eva значит подтверждение. Strong confirmation. Строгое подтверждение, что не может быть никаких сомнений. Eva Gauravika. Jaccha Vrindavanam Devi. Navadipancha Tatsubam. Navadip is not different from Vrindavan. Navadipa, она не отлична от Вриндавана. And Brahma Sangita also different commentary. Разные комментарии Шрилы Бхактивинода Тхакура мы можем найти подтверждающие это. So Gaur Lila, и вот Гора Лила, is the Uchista of Krishna Lila. То есть это остатки Кришна Лилы. Гора Лила это буквально остатки Кришна Лилы. One Setadvip Dham is there all around. Светодвип, например, Brajadam. Есть. И в, and он... Brajadham and Setadvip is all different. No different. Same thing. То есть Светодвип и Брajadham они не отличны, они находятся на этом одном трансцендентном лотосе. Сахасапаттам камалам гокулакхям махатпадам таткорникарам таддхямам парамамбам. In Brahma Sangita, Сахасапаттам камалам гокулакхям махатпадам. The lotus itself is Голок. Это сам лотос, он Голока. Вриндаван, и внутри, внутри есть эти лепестки. And that place is called Vrindavan. И это место называется Вриндаван, внутри Вриндавана. Радха Говинда, они восседают на Симхасане. But just outside you can find one. Внешне можно найти. Area where Gaur-lila continuously постоянно продолжается. Don't think that не думайте, что Радха Говинда они явили Вриндаван Лилу и when in the form of Gaur-lila coming is not that. It's nitya. То есть это вечное все, это не кончается. Gaur-lila is nitya. Gaur-lila она вечна, и Радха Говинда Лила она тоже вечна. Radha Govinda submerged. I mean, и как вопрос возникает, как так получается, что как Гуранга они объединяются и являются как Гуранга, и где начало, и где конец? Нет. There is no finite conception. Нет ограниченной концепции. Невозможно просчитать это. Где начало? То есть есть где-то начало, значит есть конец, есть ограничение. Вот я могу привести превосходный пример, чтобы вам понять. While Radha Govinda Lila going on in Vrindavan, sometimes Radha Rani going to take bath in Setaganga. Иногда Радха Рани принимает омовение в Шветаганге. Get some flower from Kusum Sarova. Собирает. Then really coming to Radhakund. Цветы из Кусума Саровара, потом идет на Радхакунду, потом на Шьямакунду, и люди говорят, как глупо. Even if we can get one car, we cannot get. У нас будет машина, то мы так быстро не можем проехать от одной кунды до другой. Как она пешком это все ходит? Идиот. Так глупо. Нам Хаз говорит, это вы. You think yourself as a standard in the way of Krishna Lila. Вы там стандарт для Кришна Лили, что ваше там поведение, ваши способности, то есть это все стандарт, по которому Кришна Лила должна совершаться. Что Кришна Лилу можно измерить вашей линейкой или вашим градусником. То есть вы хотите измерить Кришну, взять линейку и измерить Кришну, насколько он там высок, широк и прочее. И смотрите, Дама, она трансцендентна. Кави Карнапур. He is writing. Он описывает. Oh my God, how is that possible that
Господь, как это возможно, что тысячи преданных входят в храм Гамбхиры, а эта Гамбхира, она очень мала. Были когда-то в Гамбхире? Внутрь не пускают, говорят, но их не пускают. Там такая комната буквально 2 на 1 метр. Мог раньше благословлять нас, чтобы мы смогли войти в Гамбхиру. Харикатха. Да. Don't think that way. Salbe. И вот Салбек, один преданный мусульманин, его в храм не пускали. Он плакал: «О, Джаганат! Твое имя Джаганат! Джаганат значит, ты повелитель всей вселенной. Ты верховный Господь, Ананты, всего всего. А я разве за пределами этой вселенной? Ты думаешь, и они не позволяют мне войти?» И он плакал и плакал. И Джаганат, он со своей симхасаны явился, он приблизился к нему и показал свою форму Патита Павана. Почему вы так сожалеете, что вас куда-то не пускают? У вас есть право видеть Джаганатха. И вот о чем я говорил. Last point. About Kavi Karnapura. Kavi Karnapura, I think. И вот Kavi Karnapura пишет: «О мой Господь, the Gambhira temple is so small. Gambhira, она насколько? How is that possible that thousands of people getting entry into temple without any interest? То есть она маленькая, и как тысячи людей там помещаются без еще и получают даршан с читанием Махапрабху, и так спокойно заходят и выходят, подобно течению Ганги, и потом объясняют, что эта дхамма, она трансцендентна. So how Radharani reaching Surya Kunda immediately after playing there in Radha Kunda, then again going to there. Then going to Javad. From Javad, она takes flower and доходит до Радакунды, и потом в Явад идет, потом на Сурьякунду, потом на Кусум Сарова. Если это, думаете, это расстояние там десятки километров. What is that solution? Есть такое решение. Объяснение это. Самхити говорит, что это дивья, это трансцендентно. Не думайте, что это подобно какому-то материальному месту. Бхуми рапа анало кханг мано будди ревача. Ахамкара итьямме пракрити расчадам. You think? Вы думаете, что Вриндаван дама это она построена из шести видов материи? Бхуми рапо анало кханг мано будди ревача. Six kind of material. То есть мы думаем, что Вриндаван из шести видов материальных предметов построен, но это не так, она трансцендентна. Дама она сама Анантадев. If you cannot satisfy Krishna, не можете удовлетворить Кришну, you go and do circumference of Dhamma, вы идите, обходите Дхамму, совершайте служение Дхамме, это более милостиво. Я уже привел пример Ашватхама. Он совершил великое оскорбление, не было никакого прощения для него. Для Ашватхама. Ашватхама не мог быть прощен, но все же some rishi suggest, какой-то риши посоветовал, что Кришна тебя не может простить, но может простить. Ну как? Иди во Враджадхам и совершай баджан, служи Дхамме за сегодня, завтра, послезавтра, после этой юги, после следующей юги. Кришна может простить тебя. О, правда? So still today, Ashwatthama is doing bhajan there in Pisaigaon. One village is there. Деревня Пишайгаон. Пишайгаон называется. И он там совершает баджан. A village of ghost. Это деревня, где они эти пишачи. Пишач. Привидения живут. From this term, this. То есть, ну, это деревня называли в честь тех пишачи. Духов, которые там зовут. И вот Ашватхама до сегодняшнего дня совершает там баджан и плачет, и надеется, что Кришна спасет его в тот или иной день. И так есть лила, явленная Махапрабху. Когда Махапрабху явил свои шесть достояний, then to everybody Krishna giving, Chaitanya Mahaprabhu giving
Kripa Gaur. И тогда Махапрабху благословил that всех. Mukunda is not allowed. Но Мукунде не позволили. Then everybody, what problem is Mukunda? Mukunda, I cannot allow Mukunda. I cannot give Kripa. Мукунде нельзя. Почему? Why? Почему? He is Sahajiya, I cannot give him. Don't think he is Sahajiya. But Mahaprabhu teaching us. Не думайте, что Сахаджия, но это с точки зрения. I cannot give Kripa. Сахаджия. Whenever he is going to any sampradaya, благословить его. He is adjusting himself that way. Когда он идет в какую-то сампрадаю, он подстраивается под эту сампрадаю. Но это не настроение чистого преданного. He is singing in front of Chaitanya Mahaprabhu all the time. Он поет перед Махапрабху постоянно. Chaitanya Mahaprabhu teaching. I cannot give Kripa. Говорит, нет, я не могу благословить его. Then after that everybody crying, Mukundasu, Mukundasu, Sahaji, Mukundasu. Начали преданные плакать, как Мукунда поет для тебя, Кирпа совершает. Well, after 1 crore. Почему бы нет? Yes. Но он сказал, хорошо, через 10 миллионов лет я благословлю его. Go and speak to him. Идите и скажите ему. Then they all go running. И они все пошли, о, Мукунда, Махапрабху благословит тебя через 10 миллионов лет. Then Mukunda dancing. Mukunda начал танцевать. Oh, I already got Kripa. Как хорошо, я обрел милость Махапрабху. There is big interval of time. Как, смотри, тут 10 миллионов лет сатьяврата. Бхагаван сатьяврата. То есть, что сказал, это истина. Сделает это, несомненно. И он начал танцевать. Махапрабху спросил, почему танцует? Он что, сумасшедший? И все говорят, о, Прабху. You are going to give Kripa. Ты благословишь его в один тот или иной день, и у него есть строгая вера в тебя, и твердая вера в тебя, и поэтому он очень рад. Хорошо, позовите его, я прямо сейчас его благословлю. Как ты сказал, 10 миллионов лет, через 10 миллионов лет. Махапрабху сказал, 10 миллионов лет уже прошло, это под моим руководством. A twinkle of your во время Расалила, Расалила проходит ну, то есть в течение дня Брамы, а день Брамы это миллиарды лет. Но не чувствует этого, это подобно мгновению проходит. Вот Эйнштейн тоже доказывает своей теорией, что время, место и материя. So one question was put in front of Einstein. Einstein, what do you mean by Эйнштейн спросили, что вы имеете в виду под временем? Время, значит, ничто, но движение. Эйнштейн сказал, время – это ничто, но движение. А чего движение? Movement of what thing? Чего, собственно, движение? Когда возникает вопрос движения, должен быть какой-то объект, который двигается и куда двигается. Then the question of matter coming? То есть вопрос материи возникает. Because this body is поскольку also matter. Это тело состоит из материи. Build or be, то есть оно состоит из материальных элементов. Но Вайшнавы чистые преданные, их тело не из этого состоит, не из материи. So then, the question вот of так matter или иначе вопрос материи time, возникает, времени. Time is nothing but movement. Then the question, и who вопрос, and what is going to move? Кто и куда движется. То есть объект возникает. Then question, how long it is moving? И вопрос, time coming. Как долго время возникает. So time, space and matter are interrelated. Время, место и материя. Это другая теория. Now I can go back to this point. Возвращаемся к Дхамме, что Дхамма, она трансцендентна. Дхамма is transcendental, can have this transcendental property, трансцендентные качества, and reduction. Она может сжиматься и расширяться. Sometimes like lotus flower. Подобно цветку лотоса, она может свернуться, сжаться. Радхарани, Радхарани, all Gopikas, they are concentrating on Krishna only. Они сконцентрированы только на Кришне. They are not going to do any inquiry about what time, how much time. Никогда не спрашивают, когда, how much kilometers it сколько километров. They are less interested. Вообще такие вопросы не возникают. Они думают только о Кришне, что они будут поклоняться Кришне со всеми, в общем, все, что у них есть, цветами, чанданом, гирляндами, ну и прочим, прочим. Только одна мысль, что мы скоро приблизимся к Кришне. Really, we need Krishna now. We want to see Krishna now. Они хотят видеть Кришну прямо сейчас. Without seeing Krishna, we are going to die instead. Иначе мы умрем сразу же. Ономибо Канада. У них такое чувство. Вина Кришна. They are going to die. So they are concentrating on seva. Они думают только о служении Кришне. So it is the duty of Dhamma, Yogamaya. Обязанность Дхаммы, Йогамая, to take them in front of Krishna, how to take
Why to take that is the responsibility of Кришне, это обязанность Йогамайи. It is not the responsibility of Радхарани. Это не обязанность Радхарани или еще кого-то. Это обязанность Йогамайи. Йогамайи. Орики пакури, аварон сангвирве, туми вишчадри, сунечи агам веде махима тумар, Си Кришна бумика димуке дхари, карау сансар, Си Кришна санмук кожар, бхагга каме хай, тари мукти дия каро, ашака бхай. And in Rasa Lila you can find Yoga Maya. Rasa Lila можно также найти Йога Майю, которая упасрита. Is written before Rasa Lila. Rasa перед описанием Rasa Lila говорится, что Кришна являет эту лилу. Any Lila, transcendental Lila. Любую трансцендентную лилу, которая являет Кришна, to manifest in this material world. То есть любую лилу Кришна не может явить в этом мире без Йога Майи. Yogamaya. Yogamaya. It is the standing order giving to Yogamaya. Ибо это ее обязанность. You can do according. The Yogamaya managing everything. Yogamaya все это организует, о всем заботится, о всем передвижении, о всем поклонении и в описании Раса Лилы описывается, что Раса Лила совершена с. Actually, by Yoga Maya. Yoga Maya. То есть с помощью Йога Майи. Я уже говорил о том, что Джога Саимпад спит в Сандарбхе. Прити Сандарбхе. I told you. Говорит. Countless шакти is there with Krishna. Шакти, бесконечная энергия Кришны. Но главное, это Радхарани. Все шакти исходят из него, но это главное. Шакти, шакти, мотор, обеда, according to Vedanta Sutra. Согласно Веданта Сутре. So from Radharani из Радхарани все шакти исходят. Асакти гами from Радхарани. Those who are Дарика, и те, кто находится в Двараке, Матхуре, все они they are coming from Radharani. Исходят из Радхарани. Ананта коти Вишну лока намра падмаярчите Himadrija Pulomuja Viranjija Baro. Infinity world you can go. Бесконечные all Sakti все энергии coming from Krishna. Все они исходят из Радхарани. All Sakti coming from. So now what is the solution? И вот какое решение всему этому? What point I wanted to clarify? Что я хотел объяснить этим? Radharani, о том, что it is not the Radharani of, it is not the responsibility of Radharani to look. Обязанность Радхарани. Already this standing word. Смотри, что где происходит? Это обязанность Йога Майя. Йога Майя. Срести срети палая садане сактири ка чайва ясо бхаванани виварти дугья. What do you mean? И что это значит? Same thing. All done by что все Yoga Maya. Совершается Йога Майя. All. Only one shadow и только is there, that is called Mahamaya. Тень ее зовется Махамая. Изначально Йога Майя. Но так или иначе, это обязанность Йога Майя все это организовать. Contraction and expansion. Сжатие, расширение дамы. When Radharani want to reach Krishna ready now. Радхарани хочет быстро. Then automatically дама. Прийти к Кришне, дама, она это все организует. Then Surya Kunda. Surya Kunda. They can reach very quickly. Можно моментально достичь Сурья Кунды с любого расстояния. И в Яма Киртана описывается, Шрила Бхактина так говорит, что ночью Бхагаван Си Кришна, Бхагаван Си Кришна, Нанда Махарадж, он идет к Нанди Махараджу на его собрание, и после этого Матаджи зовет его. Then Матаджи, и Матаджи, put you in, put на Гопал, Говинда in, inside one room. Не закрывает эту комнату, чтобы он отдохнул. Но все знают, что Кришна отдыхает там. Но Кришна там уже нету. Это описывается. И как это возможно? С этого нандограмма Кришна оказывается во Вриндаване Расастхале. Это 60 километров, если посчитать. Но Кришна моментально там оказывается. Если мы подумаем, что идти это два дня пешком, то как это?
Вы понимаете, дама, она вся трансцендентна, она сжимается и расширяется, и перемещает всех согласно им желаниям. И вот внутри Гамбхиры, как это получалось, что тысячи людей было там, и все они сидели свободно, не толкались, и все хорошо было, поскольку это дама. Гамбхира – это дама. Иногда она расширяется, иногда сжимается. И нет никаких проблем вместе, это дама. So if you can do dhamma seva, like Jagannathai was given, one nice seva to clean, Barakuna ghat. Было дано служение убирать, and that is special ghat, when Chaitanya Mahaprabhu was, that Digvijay Pandit, и Digvijay Pandit, они встретились друг с другом, вот это тот самый ghat. So Jagannathai was given this nice seva. Бараконат гад и Джагай Матха, они там совершали служение. Can do clean Bharakonath Ghat, and all devotees coming to take bath there. И все преданные, которые принимали омовение, там они помогали им, они different ways, разное служение им оказывали, и таким образом они получили милость. What they are doing, always clean. И вот что они делали, они всегда подметали, чистили, убирали. They are acting as sweeper. Они были подобны этому. Двойником. Sweeping brooms, taking. Anybody coming, please excuse us. Кто-то приходил, они просили прощения. Previously, простите нас, мы раньше были, но так много ошибок совершали, так, ну. So regarding Chaitanya Lila, you can now understand how strict насколько строгие правила там. When Rasa Lila, same Rasa Lila was done, та же самая Rasa Lila, inside the room of Sivas Pandit, она явилась в доме Сивас Пандита. На течение года. Расалила, Санкиртан Рас. Even даже mother-in-law of Sivas was not allowed to get entry. Жена, she wanted to get entry forcefully. Жены Сиваса ей и то не позволили. She was very clever. Она была очень умна. She got entry inside room and зашла в комнату, спряталась где-то, чтобы ее не видели. Но Чайтанья Махапрабху понял, сегодня я не чувствую того наслаждения, того блаженства, того вкуса. Почему? Все хорошо вроде. Everything okay? Nothing wrong? No. Ничего плохого нет. I'm not getting test. Нет, я не чувствую того вкуса. I'm not getting proper test of sankirtan. Я не чувствую того блаженства санкхитами. Прабху, все хорошо? Нет, что-то не то. What is that? Смотрите, что Сивас, that в общем, нашли mother-in-law, мать его жены, она тут находится. В сундуке, как он сказал. И вот go outside. Все выгнали. Then put outside. This way. И вот таким образом. Санкиртан Рас, она учит нечто очень великое. So, Sankirtan Das, и вот Санкиртан Рас начался им. Open, we like to see Sankirtan. Нет, мы хотим зайти, попасть на Санкиртан. Нет, nobody open. Никого не пускали, кроме избранных. И вот утром, когда они встречали Махапрабху на Гате, когда он шел принимать омовение в Ганге, сказали, вчера мы пришли к вам в дом Сивас Пандита, чтобы увидеть вашу Санкиртану. Почему не пустили вас? Сегодня я прокляну тебя. Ты не можешь наслаждаться своей семейной жизнью. Махапрабху сказал, хорошо. It is one kind of blessing, you see? Это благословение для меня, ваше покаяние. It is one kind of blessing. You cannot enjoy your family life. I curse it. То есть его кто-то проклял, что не может наслаждаться семейной жизнью. Но Махапрабху сказал, что хорошо, это благословение для меня. This way, you see? Таким образом, смотрите, в течение года даже Вишну Приедеви, то есть по Вишну Прию мы тоже должны обсудить. Вишну Прия, она плакала день и ночь о Шри Чайтанье, о Горахаре, поскольку у нее не было часто возможности служить своему господину. Всю ночь он танцует. Совершая киртан, днем он устал, mad condition, ну и состояние такое. Иногда ест просад, иногда плачет, иногда еще что-то. И вот Вишнуприя, она плакала, что у меня нет возможности служить моему господину.
Now point is there. Сейчас суть в том. In Chaitanya Charitamrita, такого Сиддханта описывается четко. Какова? What Siddhanta? В чем это Сиддханта? Антаранга лия каре раса садан, бахиранга лия каре нам санкитан. Бахиранга лия каре нам санкитан, антаранга лия каре раса садан. If the question of testing that rasa coming, и вот когда возникает вопрос, there should be intimate devotees. То есть наслаждение вкусом той расы должны быть близкие преданные. At some mood. Well, which is not allowed. То есть такой там такая. Санкитан is allowed. Во время санкитаны Махапрабху может совершать со всеми преданными, ну, близкими, не близкими, с любыми преданными. Через санкитан мы тоже можем обрести прему. Несомненно. Но когда это секретная раса, Махапрабху хочет вкусить вкус этой расы. Then only два преданных, Сваруп Гасай и Рай Рамананда. Только они допущены. Только они двое. Вот в Гамбхире Мандире только они могли быть с Махапрабху. Ты хочешь отправиться во Вриндаван? You like to go to Vrindavan? You have plane ticket? Plane ticket? Отправиться во Вриндаван? У нас есть билет на самолет или на поезд? Нет, этого мало. By plane ticket, train ticket, we cannot reach Vrindavan. Поездом, how we can reach Vrindavan? Мы не достигнем. А как можно достичь Вриндавана? Let us go to Gambhira Mandir. Нужно отправиться в Гамбхиру. Full total picture of Vrindavan. И там мы можем inside увидеть всю Gambhira, картину Вриндавана. Total picture of Vrindavan. Yes. В Гамбхире можно увидеть весь Вриндаван. I can take you all inside the room of Gambhira, where I can 100% show you the total picture of Vrindavan. Я могу покажу весь Вриндаван. Обещаю if вам, you are successful to go to станете, Gambhira with me, provided. Войдете, if you fail, then I can. Если сможете со мной войти в Гамбхиру, тогда to Gambhira, я смогу показать вам весь Вриндаван. Там мы увидим, что if на самом деле Vrindavan, происходит во Вриндаване. Если мы отправимся во Вриндаван, то мы не увидим никакого Вриндавана. Наши уши, наши глаза, они слепые, глухие, они не могут увидеть настоящий Вриндаван. Можно увидеть каких-то обезьян, которые воруют ваши очки. О, Махарадж, all those, you can find this kind of problem. Можно всякие, ну, кучу проблем во Вриндаване обнаружить, но Вриндаван так и не найти. Vrindavan is not possible. Вриндаван это не то место. But Akbar Basa, the Muslim king, был такой царь мусульманин. He was given a chance to have a look inside. Однажды ему дали шанс увидеть Вриндаван. Because full mercy was given. Поскольку его благословил Санатан Гасай. Which place we mean to? You want to repair? Вот он пришел к этому Санатану и начал. I am the king. I want to serve him. But you say you can repair this staircase. Я ничего не сделал для тебя. Ну, просил, сказал, ну вот ступенька отремонтирую. Как? Я не какой-то попрошайка, я царь. Я могу все, что хочешь сделать для тебя. Мне ступеньку какую-то отремонтирую. Which place? That broken place. Ну хорошо, вот иди поведи отремонтирую сначала. Акбар Бакса пошел смотреть на ступеньку. Total Vrindavan in front of him. Oh my God! Он увидел Вриндаван, он увидел ту красоту, те трансцендентные камни, те special, сокровища, которые там. There, и он понял, что если я продам все мое царство, всю империю, у меня даже не хватит денег, чтобы купить один камень, который там находится во Вриндаване. То есть это все трансцендентно. И вот Акбар Ватса, он так получил даршан, он начал плакать, он упал к стопам Санатана Госвами и начал просить прощения, что прости меня, ложное эго было во мне. Пожалуйста, прости меня. Я не могу служить Вриндавану, я не могу, прости меня. То есть это невозможно для меня что-то сделать для Вриндавана. Поскольку Санатан Госвами хотел показать Вриндаван Даму. И вот он так получил Нитайр его даршан. Нитайр коруна браже Радха Кришна пара. Нитайр коруна хаве. Вот в этой шлуке говорится, что только по милости Нитянанды мы можем получить даршан Вриндавана. После того, как мы получим милость Нитянанды Прабху, тогда мы сможем обрести служение во Вриндаване. И когда Наротам Тхакур, он
Он плакал и плакал постоянно. Вот. Написав этот киртан. Вот какой киртан. What kirtan? Every day we do. Каждый день мы совершаем. I can remember. I can see. So now you come. Let us go to Gambhira temple. И вот мы сейчас возвращаемся в Гамбхиру. There we can see. И там мы можем найти, что Чайтанья Махапрабху, какие лилы он являл. Nobody allowed inside Gambhira temple. Никто не мог зайти внутрь Гамбхиры, только вот два. И вот Рагхунатх Дас Гасвами, он описывает. Говорит о том, что есть некий барьер, стена. Никто не может войти. И три двери. Средняя дверь, внешняя, внутренняя. И все закрыты, не только это. Shankar Pandit catching the leg of Chaitanya Mahaprabhu. Shankar Pandit cannot go outside. Схватил Махапрабху, чтобы он Махапрабху не вышел оттуда. Не можем найти Прабху. Где Махапрабху? Иногда он прыгает в океан, иногда ходит там и здесь. Кто может сказать? Можем потерять его, в общем, нашего Прабху, нашего Господа. Поэтому нету. Уверенности, что никуда не уйдет. Лучше займем преданного, чтобы Шанкар Пандит, у него служение было, он держал Махапрабху за ноги, чтобы он никуда не ушел. Ну, еще три двери было, чтобы там точно не ушел. Но так или иначе, Чайтанья Махапрабху ушел. Он, в общем, убежал из Гамбхиры. Никто не видел. Никто не мог схватить его. И всю ночь они искали, где же наш Господь? They are searching all night. Они искали всю ночь. With lantern, факелами. All night. И всю ночь они искали, где же? Full troops. И, собственно, все бедные искали, где же Махапрабху, и не нашли его. Sometimes they find Chaitanya Mahaprabhu lying inside, outside Jagannath temple. Иногда они находили его. Those small cows. Он лежит. Orisha cows. Он лежит вместе с коровами напротив Джагнат Мандира. They are all these panda. И все панды. They are selling Mahaprasad. Они продают Махапрасад. If sometime Mahaprasad, иногда Махапрасад, they cannot sell. Ну, не продают. Extra prasad. Не успевают продавать, они ее коровам дают, чтобы коровы наслаждались этим Махапрасадом. Among us, those cows. И вот среди тех коров они нашли Махапрабху. Lying there. Он лежит. All hands and legs gone руки и ноги, body. Они внутрь его вошли. Inside body. Курму. Принял форму курмы, подобно черепахе стал. Whenever you put in То есть, когда мы берем черепаху, напугать ее, эти руки и ноги, они входят в тело. And suitable situations, all the limbs out of body. Черепахи ноги, руки вылезают из панциря. This way. И вот таким образом. Чайтанья Махапрабху. Иногда Махапрабху прыгает в океан. Nobody can find. И никто не может найти, где же наш Господь, где же он. Whole night they're searching. И всю ночь они ищут. Then after they find, и после этого они находят. Один рыбак начал плакать. И vibration трясется и плачет. Then Sarva, hey, why are you running? Что ты бежишь? Why? Иди сюда. Don't go there. There's one ghost. Нет, не ходите там. Призрак. I went there. Я там был, чтобы рыбу ловил. И этот гвоздь прикоснулся ко мне. Случайно получилось. И вот я тут трясусь и... Then Sarva Goswami said, I know the medicine of ghosts. Come to me. Ну, мантру I know от, magic. Mantra. От этих then, привидений. Sir. Then ghost gone. Все, ghost Where is ghost? Где ghost? Показывай. Let us, пойдем, let us пойдем, go there. Where is ghost? Его. Oh, you all are there. Let us go. They are ghosts. И вот он показал, где Господь. There was, в смысле, это привидение. Net, увидели еще Махапрабху в этой рыболовной сети. Поймали его. Он хотел рыбу было, но Махапрабху поймал вместо рыбы. И вот Чайтанья Махапрабху already caught inside. They find Чайтанья Махапрабху. Поймали Чайтанья Махапрабху. Прабху there. И они сказали, no, this is not Prabhu. I saw Prabhu many times before. This is ghost. Ну, рыбак сказал, это не Махапрабху, Махапрабху видел много раз, это призрак. Нет, нет. В общем, они, как Махапрабху, они вытащили из этой сети и принесли
Гамхиру назад. И то есть Махапрабху так являл различные настроения, которые, различные чувства, выраженные изначально Радхарани. If you can feel this kind of mood, 100% you are going to get Madhura Rasa. Вы получите Мадхура Расу. Can you enjoy? Can you get this kind of taste? Ли вы получить этот вкус, это чувство? Иногда Махапрабху бежит подобен ветру. Куда? To Chatakparva, in the way of Chatakparva, Махапрабху Махапрабху бежит. Махапрабху heard one Гита Говинда шлока. Услышал шлоку из Гита Говинды. And without any information, without any inquiry, никого не спрашивая, побежал к Чатакпарвату, like wind, подобный ветру. And Govinda running also. И Говинда за ним бежал. Govinda calling, Prabhu, 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 woman, 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 женщина, woman singing. Женщина поет, Махапрабху не слышит, он бежит. Дхира самире, Джамуна тире, Басати бане банамали. Пина паюдхара парисара мардана чанчала кара джуга сали. Махапрабху услышал эту шлоку из Гита Говинды и бежит подобно сумасшедшему. А Говинда орет ему, что женщина поет аккуратно. Today you saved me. О, ты спас меня. I was going to fall down if I Я бы пал. You saved me, Govinda. О, Говинда, ты спас меня. You saved me. Ты спас меня. I am just saved. Я просто спасен тобой. If I run there Если бы я пошел бы и обнял эту женщину, то тогда вся моя саньяса закончилась бы. О мой Господь. Пытайся, Говинда, защищай меня, защищай меня таким образом. Я беспомощен. Ты сам Верховный Господь говоришь, что я беспомощен, защищай меня. You all are my friends. Вы все мои друзья и защищайте. Защищайте меня от опасности. И вот таким образом, смотрите, это настроение Шри Чайтаньи Махапрабху. Иногда Шри Чайтаньи Махапрабху, он спрашивал, поскольку Махапрабху, enjoying this Braja Lila, он наслаждался Браджа Лилой, then what is the duty of those devotees? А внешне он не был вообще, был без сознания. Что с преданными делали? Они совершали санкиртаны. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rама, Rama Rama, Hare Hare. Then by санкиртан, big санкиртан. Великий санкиртан Махапрабху постепенно развил сознание. Он открыл глаза. Что случилось? What happens? What problem with me? Какая проблема со мной? What problem with me? Какая проблема? Nothing, no problem, problem. Ничего не случилось. Nothing, no problem. Why you shout? Why you shouting? Почему вы? I was there in Vrindavan and I was collecting some flower there. Radharani was there or Gopika was there. Что случилось? Я был во Вриндаване, собирал цветы, и вот вы кричите, меня беспокоите. Почему беспокоите меня? Я пришел сюда назад. О, мой Бог. I was enjoying Krishna Lila there. Я наслаждался Кришна Лилой там. This way you understand? И таким образом вы понимаете. Баджанта outside and inside, there is two kind of procedure. Есть два пути. Simultaneously you should follow. Вы должны одновременно следовать. Чтобы утвердиться в Рагануга Баджане. Патито бхавана варто джас чаматкар бхарабху хриди сатта джале варам саддате са раса матаха. I can explain this point if I get time in future. Вот эту шлуку. Today no time. Ванча калпадру секи пасинд бхавча патитаран павани бхо вайшна бхо no. No time, Pa, because I will have to go there. Maybe there I can continue. If I spend there, you can go there. No, if I flood there, I can continue there. No. They just opposite to the Kuzmishra. Acha. Mas, then what time you can come there? Because I need to finish there. No, I mean, after that, I have Arsha and everything. No, today, second class, what time? What second class? First class you cannot digest. First come on. Class, first you digest, console me. Second class. I mean, second class. Honest, I just said in first class, yes. Don't second class. What? Small question. What was the second place of the East? Maharaj, you were saying about when Rasa Lila, this Gopi mood is necessary. When you explain how Lord Shiva, he took a dip in
No, not say like they watch Lila. Mane Asura Asuramani Asuramani and Gopeshwar Mahadev. They could enter into Rasa Lila for some time. They allow. So your example, you were talking about watching Rasa Lila, or you were what? The example you gave of Mahadev, Shiva. That example, you were talking about him entering Rasa Lila or watching Rasa Lila? Entering Rasa Lila or watching Rasa Lila, because I say Gopeshwar seal there. Maybe I actually here in the Rasa, it is not clearly written. Maybe he got just some chance to dance. What's wrong in it? Because Nityananda Prabhu got chance to dance inside there. Ananda Manjuri. Ananda Manjuri already there. Because Shakti Shakti Matarabhat. Ananda Manjuri also getting chance. So Sadasit. What's wrong with Sadasit? He got chance. No problem. But then they threw him out. So any question now? Yes, my question. Clearly, I cannot hear. Кришна плачет в Бхарагаве, рассказывает Рукмини, что он плачет по Вриндаву. Что чувствует? Что чувствует? Еще раз, сначала. Когда Кришна плачет в Бхарагаве, Кришна crying in Dwaraka. И рассказывает Рукмини, что он хочет по Вриндаву. And speaking to telling to Рукмини that he want to go to Вриндаван. Что чувствует Рукмини в тот момент? Она тоже хочет в Вриндаван. Как она чувствует? Рукмини в этот момент. It's naturally Рукмини crying. We have so many things, we are trying to serve Prabhu 100%, but still he is not getting 100% satisfaction. This kind of feeling, Rukmini always feels. Rukmini is feeling we have so many moods of seva, but still we cannot give 100% satisfaction. So, if you have any kind of question, I can, if it is just near Sabanasam, because I need to go. Yes, just next building. I can go, and you can put question, I can answer. I said he did not go in Gambira, but I meant Gundicha. Gambira, not Gundicha. Gambira. Yes, I made a mistake. I was saying wrong things. So let us go. Let us go. Hate is the habit. So my sir, how long you will be there for Savanasam? You are enjoying 2 hours Harikatha. I can they can also enjoy. There should not be any discrimination. Acha, let us go. Let us go.